Время суток, дорогие друзья, с вами группа Юбилейные. Сегодня на нашем канале 30 апреля 2017 года, как я и обещал, будет розыгрыш монет и купюры. На третьем месте получается у нас две монеты 25 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу. На втором месте у нас купюра, посвященная вхождению Крыма в состав Российской Федерации. И первое место — это монета с ошибкой гурта Северной Осетии и Алании. Нужно было выполнить ряд условий, которые необходимо было выполнить. Это одно из условий — это подписаться на канал группы нашей, потом вступить в нашу группу и сделать репост, закрепив его у себя на стене. То есть эти все условия должны соблюдаться. Не будут участвовать в конкурсе, если сейчас будет выпадать нам какая-то юбилейная группа там, ну, потому что там репосты сделали группы именно, они не участвуют в конкурсе, как бы, чтобы не было, чтобы вы не говорили, что тут все куплено, что тут все подстроено, что там группа какая-то выиграла. Будут выигрывать именно реальные люди. Если будет группа, то будут переизбираться новый победитель. К сожалению, 50 постов мы не смогли набрать. Я не знаю, почему вы не захотели участвовать. Подписчиков на группе достаточное количество для участия. Ну, давайте как бы пободрее, давайте будем участвовать в следующих конкурсах. Реально можно выиграть бесплатно, с бесплатной доставкой эти призы. Ну и в следующем, дальнейшем другие призы. Так что вы как бы старайтесь участвовать в следующих наших конкурсах. Будем производить выбор с помощью специального приложения. Это генератор. Вот он, генератор случайных чисел онлайн. Будет происходить по постам, да. Мы сейчас возьмем и определим победителя. Ссылка на пост в нашей группе. Вот, проходил у нас наш розыгрыш. 19 поделились. То есть 19 человек, получается, будут участвовать. Это, конечно, маловато. Ну, я, как и писал, 50 должно быть. Ну, ладно, так уж и быть. Я не буду переносить конкурс на другое время. Старайтесь в следующий раз именно будет четко. Если не будет 50 человек, то не будет розыгрыша. Как бы старайтесь тогда своим друзьям все рассказывать, то, ну, чтобы они участвовали также в этом розыгрыше и так далее. Давайте начнем. Так, делаем. Делаем сюда. Вставляем сюда ссылку. Вот победителя не надо искать, победителя среди репостнувших, да, и выбираем победителя на третье место. Кто же будет третьим победителем? Давайте посмотрим. На третьем месте так, ждем. Победитель Семен Завьялов. Мы поздравляем тебя, Семен, ты получил две юбилейные монеты, посвященные чемпионату мира по футболу. Необходимо будет тебе обратиться в группу. Давайте посмотрим, сделали ты. Да, пост сделан. Пост сделан. Все отлично. Город Иркутск. Мы поздравляем тебя. Ты победил. Третье место твое. Так, давайте его сейчас поделиться ВКонтакте, подписчики сообщества, камератив. Давайте, третье место, победитель. Вот я в реальном времени сейчас вот это делаю. Ну, позже, конечно, смонтирую видео именно по вот этому всему. Видите сами время, чуть позже это будет видео монтировано.
Третье место победитель. Так. Отсылаем. Так. Давайте сделаем победителя следующего. Итак. Давайте. Конкурс, да. Определить победителя. Ссылка на пост. И выбираем второе место. Это место на купюру Крым. Давайте посмотрим, кто же победит. О, победил Сергей Попов. Это получилось второе место. Давайте также сделаем. Посмотрим, сделал ли он. Ну, в принципе, сделал. Претензий нет, закреплена запись на первом месте у него. Отлично. Реальные фотографии, как вы видите, все, да, человек реальный. Давайте так, сделаем это тоже ВКонтакте, поделимся. Подписчики. Второе место в розыгрыше. Поздравляем. Вот. Подписчики сообщества отправляем. Так. Итак, и самое главное, на первое место. Давайте посмотрим человек, который будет на первое место. Также вставляем сюда ссылочку на пост. Именно это я вот при вас сделал пост, да? Ссылочка. И никакого лохотрона тут нету. Все честно. Давайте посмотрим первое место. Кто же победит? Смотрим. Диана Попова получила. Я даже не знаю, почему однофамильцы получились. Я их вообще не знаю, этих людей. Диана Попова. Тоже себе. Вот они, по-моему, даже муж и жена. Я даже не знаю, как это получилось. Вот. Да, муж и жена получается. Ну, уедут эти монеты к ним. Надо было тогда больше делать репостов, заходить в группу, подписываться. Почему, я не знаю, так мало вообще. В группе много подписчиков. Ну вот она победила, получается. Запись разместила. Все честно. Как вы видите, я тут вообще никак ни при чем. Это выбрало приложение таких победителей. Поделиться. Давайте. Поделимся. Поздравляем. Первое место. Конкурсе. Все, видите, я вот написал. Так. Все. Розыгрыш прошел. Рекомендую вам в следующий раз подписываться на мой канал, на мою группу ВКонтакте, чтобы выиграть какие-то ценные призы, монеты. Совершенно бесплатно я отправляю всем, кто желает участвовать. Рекомендую вам подписываться и участвовать, ну, и быть с нами, конечно же. Также вы можете, если вы не смогли выиграть эти монеты и купюру, также вы можете у меня приобрести. Это вполне, у меня вполне нормальные цены, небольшие. Так что всем удачи. Вот мой канал. Можете подписаться на канал. Также группа ВКонтакте. Вот. Называется «Юбилейные монеты». Так что всем удачи. Всем спасибо за участие, кто участвовал. Можете, скоро будет еще один конкурс, можете участвовать в дальнейшем. Все, всем спасибо, всем пока, спасибо, что были с нами, всем удачи.